что я к этой позиции пришел от прямо противоположного и пришел на основе достаточно долгого подробного анализа и более того, практически весь ход этого анализа тоже отражен в прессе, в основном в бизнес-журнале и на тех же сайтах однако.орг и Valid.ru. Так что я не буду сейчас давать оценку конкретным идеологиям, просто потому, что вы и сами можете понять, как их оценит человек с такой идеологией, как у меня. Но я думаю, что все-таки лучше мне отвечать на ваши вопросы, потому что боюсь, что я затрону слишком много такого, что интересно мне, а не вам. Так что, кто будет спрашивать? Можно? А вот все-таки про, значит, систему и события. А что подразумеваете под событиями, которые должны в скором времени произойти? Что-то будет меняться? Насколько я могу судить, в ближайшие лет 10 произойдет несколько событий общемирового значения, которые уже можно предсказать. Но начну с самого дальнего. Если сохранятся ныне существующие темпы роста мирового компьютерного парка, то уже к середине 20-х годов накопится вычислительная мощность, достаточная для того, чтобы в облачном режиме рассчитывать полный, точный, оптимальный план всего мирового производства менее чем за сутки. Из экономико-математических исследований 60-70-х годов известно, что такой план обеспечивает в общем мировом масштабе производительность труда в несколько раз большую, чем рыночное хозяйствование, а то, в свою очередь, обеспечивает производительность в несколько раз больше, чем те методы приближенного планирования из единого центра, которые технически доступны в данный момент. Поскольку точный расчет такого плана на имеющемся в данный момент в мире компьютерном парке займет около лет. Это означает, что в ближайшие десятилетия нас ждет переход к единому планированию, а значит и к единой собственности на все средства производства, то есть социализму в классическом экономическом смысле. Это не так называемый скандинавский социализм, который Юрий Михайлович Лужков выразил когда-то формулу работать по-капиталистически, распределять по-социалистически. Это именно социализм в классическом экономическом смысле слова. Это, в свою очередь, порождает множество серьезных проблем, которые пока решены только на уровне теорем существования. То есть уже ясно, что нечто можно сделать, но еще не ясно, как. Эти проблемы и возможные направления их решения описаны в приложении к сборнику моих статей «Чем социализм лучше капитализма», вышедшему в мае 2014 года.
в начале сентября к очередной московской международной книжной выставке ярмарки должно выйти второе сильное дополненное издание этого сборника под названием «Чем капитализм хуже социализма». Ну, надеюсь, что оно действительно поспеет в плановый срок, поскольку первое издание распродано уже давным-давно, и его можно найти только в интернете. Когда окажусь в Государственной Думе, а я сейчас баллотируюсь по спискам, по списку партии «Справедливая Россия», ну, по тому списку, который охватывает Восток, Центр и Юг Москвы, и по Преображенскому избирательному округу, номер 205. Так вот, когда окажусь в Думе, то первым делом займусь продавливанием государственной программы вот этих исследований, поскольку исследования займут 5-6 лет, и на оплату исследователей понадобится 10-20 миллионов долларов. Для государства это мелочь, ну а для меня заведомо невозможная сумма. Кстати, если кого интересуют подробности связанные с выборами, ну, проще всего есть такой сайт депутат.клуб, клуб через СИ. Там на этом сайте есть и раздел голосования по одномандатным округам. Мой Преображенский округ имеет номер 205, зайдите, посмотрите, то соперники, и сможете оценить мои шансы. Вот, ну ладно, это уже личный вопрос, и возвращаюсь к глобальному событию. Следующее глобальное событие, которое сейчас уже развивается, это формирование единой экономической структуры, включающей в себя Индию, Китай и Российскую Федерацию. Не буду вдаваться в технические подробности, ну то есть, если кого-то они заинтересуют, спросите дополнительно. Но у меня есть несколько публикаций и в бизнес-журнале, и на сайте однако.org, и на сайте налит.ру. Есть несколько публикаций, где я показываю, что экономическая структура, включающая в себя Индию и Китай, оказывается самодостаточна в смысле новых разработок. То есть для такой структуры имеет смысл разрабатывать нечто новое, что будет окупаться уже продажами внутри этой структуры, независимо от состояния всего остального мирового рынка. Причем по многим серьезным цивилизационным и политическим причинам эта структура не может быть создана без российского посредничества. Причем даже после ее создания Россия в целом и Российская Федерация в частности останется, по крайней мере, на 2-3 ближайших поколения главным в этой структуре источником новых высокотехнологичных разработок и научных исследований, необходимых для обеспечения этих разработок. То есть, грубо говоря, с созданием такой структуры в мире появится, наконец,
экономический и политический центр, совершенно независимый от Соединенных Государств Америки и Европейского Союза, причем способный соперничать с ними на всех направлениях, от валового внутреннего продукта до самых высоких технологий. Естественно, Соединенные Государства Америки и Европейский Союз делают все от них зависящее, чтобы не допустить формирования такого центра, но поскольку они сейчас находятся в состоянии системного кризиса, практически каждый их шаг достигает результатов противоположных планирования. Это вообще свойство системного кризиса как такового. Если система любая исчерпывает свои ресурсы и выходит за пределы возможного для нее, то результаты любых ее действий, ну почти любых, будут гарантированно противоположны желаемым, и восстановить управляемость без коренного преобразования всей системы невозможно. Поэтому, судя по темпам событий на этом направлении, полагаю, что буквально года через 3-4 сложится единый рынок, охватывающий эти три государства, но когда он сложится, то даже знаменитая невидимая рука рынка и та поначалу будет способствовать его развитию. Ну и третье значимое событие, то, что системный кризис, происходящий в рамках нынешнего однополярного мира, приведет к развалу этого мира совершенно независимо от темпов формирования треугольника Дели-Москва-Пекин. Внутренние противоречия, даже внутри самих Соединенных Государств Америки, уже дошли до уровня, когда невозможно найти удовлетворительный компромисс. Мой брат Владимир, в отличие от меня умный, прислал мне старый анекдот украинский 2010 года и снабдил его примечанием. Ну, сначала анекдот. Есть две новости, хорошая и плохая. С какой начать? Москва. С хорошей. Юлька не прошла. А какая плохая? Янукович прошел. Ну, действительно, тогда оба основных кандидата в президенты, и Юлия Владимировна Григян, и Виктор Федорович Янукович, имели больше антирейтинг, чем рейтинг. То есть каждый из них по разным причинам не устраивал больше половины избирателей. Так вот, брат снабдил этот анекдот примечанием. Очень скоро его в одном из двух возможных вариантов будут рассказывать в Соединенных Государствах Америки. То есть там сейчас тоже оба основных кандидата имеют антирейтинг существенно больше, чем рейтинг. И это еще один из признаков системы.
системного кризиса. Поэтому, собственно, очень многие упрекают силовой блок правительства Российской Федерации во главе с президентом в пассивности. Непонятно, почему не делаются многие вроде бы очевидные шаги. Так вот, они не делаются по большей части как раз потому, что при нашем невмешательстве естественный ход событий, обусловленный вот этим самым системным кризисом, сам приводит к результатам, выгодным для нас. Ну, я пока не знаю, чем кончится олимпийский кризис, но уже понятно, что Соединенные Государства Америки задействовали в этом кризисе столько ресурсов, что сами указали на близость исчерпания этих ресурсов. Скажем, после того, как англосаксы потратили больше 10 лет на то, чтобы взять антидопинговое агентство под свой полный контроль, обвалить всю репутацию этого агентства только ради того, чтобы лишний раз напакостить русским, теперь просто весь спортивный мир перестанет доверять этому агентству, и президент Международного олимпийского комитета уже сказал, что всю антидопинговую работу надо полностью перестраивать. Понимаете, каждый такой вот шаг, который показывает, что они все еще самая большая лягушка в этом болоте, заодно подрывает их репутацию в долгосрочном плане. Все больше народу начинает сомневаться в их устойчивости и выживании. Вот это те основные события, которые уже можно предвидеть. Добрый вечер, Александр.